Вот сидит как раз, вот как раз, вот отлично. Давай ружье быстрее, ну. Самый раз, как в тире. То есть, если идти пешком, ничего не найдешь. А здесь едешь, все-таки что-то попадает, какая-нибудь живность. Его можно убить. Вон, опять летит, как раз. Хорошо. Хорошо летят они. Вот, опять. Вот она села, вот я звезду долбануть. Вот еще. Вот и сейчас сидит. Во. Я же просил, ружье мне заряженное, пускай принесут. Я сам заряжу, пускай несут ружье быстрее. Ну. Про вас говорят, что они, у вас отличный стрелок. Они большие. Ну, если отличный, не знаю. Так вообще. Из 196 я выбивал. Из мелкокалиберной винтовки. А пистолет 27 получалось, но редко. Из 30, из 3. Глаз не тот, все, время-то идет. По молодости глаза хорошо. Лет до 30. В 30 лет стал портить зрение. Давай мне. Дай сюда, вот сюда пропусти. Не заряжен? Эй, любимое мое ружье. Все, да? Плохо. Не любите меня. Всего 5 патронов, ну. Да не наши какие-то. На медведя, что ли? Любимое ружье. 30 лет ему. И 16. Не слежу за ним, не смазываю, ничего не делаю. Ничего не делаю. Вот. Теперь надо открыть окно, и как появится ворона, так мы ее и... Вот так вот хорошо охотится, видишь? VIP-охота, люкс. Сидишь в люкс-вагоне и ждешь цель. Только где на цель-то? Замерзнешь? Мартовский ветер. Надо, чтобы были смотрящие вперед, до боков. Спустись на подножки вагона и смотри вперед. Как появится воронье, ты мне дашь сигнал. Где? Где, где? Ничего не видел я, не обманывай. Скорость большая стала, усилилась скорость, поезд. Че он так быстро пошел? Нет ничего. Когда не было ружья, было полно ворон. Как принесли ружье, все. Ничего нету. Закон подлости. Нет ничего, Бабаков. Не жалей себя. На подножку встань и смотри туда. Чего ты жалеешь себя? Замерзнешь, заболеешь. Ну что ты, что делать? Видишь, дальше от города. Никого нету. Они ж хитрые птицы. Надо было прямо в Волгограде охотиться. Как ехали по городу, там полно было. А здесь теперь все. А? Где летит? Где летит? Ты не то видишь, летит. О, он далеко. Далеко. Но две. Где? Ну далеко, что ты? Вот они. Далеко, да скорость большая. Да. Но удовольствие. Где? Сидит? Вот, сидит она, нет? Ну, где сидит? Она же... Слишком... далеко. Ha ha ha.
птички. Птички. Видишь, как хорошо. Охота с вертолета, да вот с поезда. А? Прямо на цель. Вон гнезда есть их. Значит, они-то поехали, полетели корм искать. Где? А, ушла, ушла. Она чувствует, чувствует, она ушла. При коммунистах они стаями летали. Община. А сейчас перестали. Индивидуалы. Ну где вы, птички? Где эти божьи твари, а? Ну, гнезд много. А? Где? Вот она, вот она, вот она. Ну вот она, ну. Это ближе была, а я на дальнюю. Порох не наш. Наши патроны лучше пахнут. Порох. Ну, последний. Вот птичка хорошая, блядь. В оранжевом костюме, блядь. А? Работяги. Может быть, курицу подбить, а? Собаку. А вот куры ходят. Куры, куры, куры. Праздником я устроил. Патроны! Бабаков, давай патроны еще. Патронов нету. Куры толстые были, черные, желтые. Нет патронов, а? А? Нету? Сейчас принесу. Вот лучше всего. А? Где? Кто сейчас сидит? О! Вот сидели. Вот сейчас бы я обязательно из этих... Эту стойку обязательно тебе попал бы. Вот сидят. Вот, черт, патроны где? А, ты черт возьми. О! Как раз для меня-то они. Вот они все сели-то. Вот они сидят.